Тот Балтийского флота. Есть от Балтийского флота. Кронштадт от ЦК большевиков. Есть Кронштадт. Ну, до свидания, Питер. Валяй, валяй! Мадемуазель. Не подходить. Мадемуазель. Товарищи!
Товарищи, чего происходит? В чем дело? Кто такой? Чего людей задеваете? Это мы задеваем. У, деревня! Давай на корабль. Ну? Пехоте. Запишешь за мной с процентами. Иди, иди, раз попала. Сынок. Ну, живи, расти, покуда отвоюю, в детский дом пойдешь, ладно? Ладно, воюй, живей. Кронштадт. У кого брал? Кто клёш давал? Чей чепчик? Опять уменьшил. Что же ты в конце концов? Не брать! Комиссару сюда! А ну, в караул ходи! Это что же? На 20 душ отказ объявляю, протест! Комиссара давай! Комиссара! Я спрашиваю некоторых штатских. До нуля дожили.
товарищи. Не играть, когда говорит начальник. Неужели с октября здесь выветрился дух? Что? О хлебе! Мы спрашиваем! Нет, я спрашиваю. Владающим детям отчисляли? Отчисляли. Питерским рабочим отчисляли? Отчисляли. Шаляпину за выступление отчисляли? В чем же дело? Дели. А ну, кто в караул? Быстро. К сведению нет. Хлеба отчислять больше не буду. А в карауле отстоять в пользу советской власти. Отстаю. Лейтенант Юденич идет на Питер. Фронт прорван. К нам обращается товарищ Ленин. Наступил решительный момент, пишет он. Царские генералы еще раз с бандами помещичьих сынков
пытаются взять Красный Питер. В несколько дней решается судьба Петрограда. Решается судьба одной из твердынь советской власти. Бейтесь до последней капли крови, товарищи. Победа недалека, победа будет за нами. Председатель Совета народных комиссаров Ульянов Ленин. Товарищи, в Петрограде мобилизуются рабочие, женщины, кронштадтские моряки. Понятно. Записывай. Теперь, товарищи, надо проверить, достоин ли каждый высокой чести с оружием в руках защищать революцию. Мне кажется, барон, вам готовится неприятности. Вопросы есть? Есть. Во флоте вы давно? Второй день. Если не считать работы по поручению ЦК партии на кораблях Балтфлота с 905 по 907 год. А в партии вы давно? С 1901 года. Ого! Ничего не скажешь. Подходящий. Привлекались, товарищ? Да. Что получили? Смертный приговор. Почему живы? Бежал. Работал в эмиграции. Довольно вопросов. Начинай! Становись! Двигай, кочегарная сила. Антон Карабаш призывался в 906 году, сослан на каторгу в 7-м. За что? За тихое поведение не попадали. Знаем его! Иди, Антоша, объяснись, где денег! Единогласно. Он объяснится. Жертвуй уходящим! Валентин беспрозванный. На каторге не был, но, вероятно, попал бы. Брось! Как социальным происхождением у тебя? Социальное происхождение у меня действительно несколько двойственное. Папа офицер, а мама его кухарка. А где отец? О бывшем отце прошу не беспокоиться. Дан мною в ЧК. Подтверждаю. Давай, Валерий. Тут у меня бушлат лишний. Не подходит! Революционную дисциплину не признает! Давай. Зовут Артем Балашов, от роду 27, во флоте с 1914-го, беспартийный, по некоторым соображениям ума. Происхождение? Обыкновенное. Где участвовал? Так особо нигде не участвовал, зимний брал. Все равно не подходит, голодающим хлеба не отчислял. Я за голодающий пролетариат иду жизнь отчислять. Голосую. Кто за? Ну. Проверим на деле. А все-таки не брал бы я его. Дай попробуй. Что тебе жалко? Еще кто есть? Есть! Давай. Зовут Михаил Курненко. По входе. Дай ему. Мало еще. А ты молчи! Я в природе участвовал, а у тебя живот тогда заболел. Так ему, молодец, парень. Ладно, Миша, пойдешь. Становись.
Возьми вот образок легкого морского. Мамаша, вы меня дискредитируете. Даешь, даешь, сынки? Даем, даем, папаши. Мамаша, давайте идти в ногу. Кронштадтский экспедиционный отряд. Прибыли в ваше распоряжение. Командир Петроградского полка, Драулин. Располагайтесь, ночевка будет. Мадемуазель. Oh.
смотри, смотри. Тихо ты. Куда лезешь? Вот ты. А! Это что? Револьвер. Да, револьвер. Это не револьвер, а нога. Нету больше. Вот белых прогоним, тогда все будет. Хлеб будет, пряники будут, игрушки, наверное, будут. А? Я там рад. А, солдат! А? Ружье! Передай пули! Передай стихи! Побегай, дай-то! Атакуйте противника. Займите вон эту высоту. Дальше не зарывайтесь. Понятно. Отряд! Бою! Надо. Окапывайся. Брать вторую линию. Ну кто? Давай. Ну, чего лежишь? Эх! Вставай, проклятием заклеймённый, весь мир голодных и рабов. Кипит наш разум возмущённый, бой вести готов. Давай, давай! Мы наш, мы новый мир построим. То был ничем, то... Есть наш последний и решительный бой. Синтерра, страна, опять разум бой. Это не так.
расслабляться. Раненых в тыл. Буржуа заведу. When did you come to Russia? Do you speak English? Sprechen Sie Deutsch? Может, Португал? Мы пскопские. Мы перезованные. Какого полка? Кто командир? Не знаю. Нам в Петроград велено. Ага. В Петроград. Ага. Угу. Мой друг, давайте менять сапоги. Чего уж, я уж как-нибудь потерплю. Назад! Куда? Стой! Стой! Коммунисты, стой! Ушла с надеждой. А ну, попробую. Хозяин, вылазь! Пьяный большевик! Ух ты! Ну и ну! Такая машина, пахать бы на ней. А, приперлись. Старайся тут за вас. А ну, осади.
Ну как? Дела идут, ничего? Ничего. Мой полк приказан перевести левее, закрыть Петроградские шоссе. Вы остаетесь здесь, на береговом участке. Назад ни шагу. Есть назад ни шагу. Ну, пожелаю. Счастливо. Цепь противника! Без команды не стрелять! Прицел 6. 6. И это кто убьет? А ты что, чай пить сюда шел? Установили. В выступлении товарища Максима одобрить. А из него тоже неплохой моряк выйдет. Ух ты! Новый пруд. Переделка будет. Пулемет зашился. Черт. Гранаты к бою! Гранатами! Огонь! Сейчас.
патронов! Патронов! Мы пскопские! С приездом! Ничего не понимаю. Кто же в плену? А вот я сейчас объясню. Сейчас. Живьем. Моряки, молодцы ребята. Но мир. С пленными не воюю. Ты кто? Член партии коммунистов-большевиков. Ты? Альбатрос, скиталец морей. В очках, а не видишь? Ты? Красный Балтийский моряк. А вы? С лишенцами не разговариваю. Коммунисты, выходи. Партийных нет? Нет! Проводите, Владимир Павлович. Куда ведут?
Идут куда? Смелее, Миша, смелее. Стрелять нас будете? Или как? Да нет, патронов на вас жалко. Топить будем. А-а-а. Ну, давайте. Прощай, друг. Прощай, Валя. Иди тоже. Ребенка оставьте. Идите, идите. Отойдите. На место каждого убитого большевика придут новые тысячи. Ребенка оставьте, ироды. Да здравствует Балтийский флот, ныне и вовеки! Не морай!
комиссар, а комиссар, товарищ, друг. Куда пойдем? Не знаю. Чему обязан видеть в своем доме? Это наш дом. Это мой дом. Вы бы, барышня, в какое другое помещение перешли.
она здесь. Мадемуазель, это я, свой, мы из Кронштадта. На силу ушел. Погибли товарищи мои. Один я спасся. У берега шлюпка. Шлюпка? Возьмите мое платье. Пробирайтесь. Сообщите Кронштадту. Все сделаю. Мадемуазель. Почему, мадемуазель, мадемуазель? Я член партии. Виноват. Эх, родная. Мы их вытряхнем отсюда. Наизнанку вывернем. Точка. Я отбываю. Идите. Идемте. Нужны. Ну? Эй, барышня, барышня. Пехота. Положим, белая. Делегаты, пошли. Вали, командир напишет. С
сообщите в Кронштадт. Моряки дали нам время закрепиться на высоте 103. Закрываем Петроградский шоссе, ждем подкреплений с моря. Передайте. Товарищ командир, бойцы предлагают резолюцию. Это можно. У меня она есть, да вот на бумаге не выходит. Ничего, давай. Мы, бойцы Петроградского стрелкового полка, заявляем. Золотопогонники... Полузадушенные. Полузадушенные золотопогонники идут на Петроград. На Львиный Петроград. Точка. Настал момент победить или умереть. Запишите. 17 часов 8 минут противник начал артиллерийскую подготовку. Тут немного мешает. Как сказал, настал момент. Давай. Передайте в Кронштадт. 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 Не работает, товарищ командир. Ничего, это бывает, что не работает. Продолжайте. Кронштадт. 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 Гляди, гляди. Женщина. Делегат, наверное. По провокатору. Прицел постоянный. Говорите, Петроград пал, сопротивление бессмысленно. Сдавайтесь. Отставить! Я сам. Говорите же, Петроград пал, сопротивление бессмысленно. Сдавайтесь. Товарищи, не сдавайтесь! Там какой-то тип оказался. Огонь!
Здорово! А, Артем! Ну как отряд? Кто живой, пусть поднимается. Поголовно коммуна пусть поднимается. Я такое скажу. Все постигнут. Что с отрядом? Где комиссар? Отряд погиб. Товарищей дорогих казнили. Мартынов Василий Федорович. Пехота наша осталась. Неужели не поможем? Готовим десант. Место указать можете? Могу. Глубину берега сам измерил. Опять идете? Вали, кланяйся, вали! Поклонюсь, мама. Полегче. Кажись живой. На перевязочный. Бойцов мало, товарищ командир. Ничего, найдутся. Ну, вы артисты, не надо винтовки. Давай хорошую музыку. Thank you.
партийная организация просит раненых коммунистов вернуться в строй. А беспартийные? Давай, пошли тоже. Запишите. 15:00 противник начал атаку. Кронштадт, Кронштадт, Кронштадт. Товарищи, силы республики напряжены. Под Воронежем бой. В Сибири бой. Враг под Питером. Ленин говорит нам, бейтесь до последней капли крови, товарищи. И мы ответим по-флотски. Каждого, кто посягает на революцию, порвем к чертовой матери. Все.
песни для курящих! А ну, пацаны, за меня давай! Не мешаться мне! Сейчас пустим! По семафору открыть огонь! Сигнальщики, открыть огонь! Мадемуазель! Какая тебе мадемуазель? Это жена нашего командира! Эх!
А ну! Кто еще хочет Петроград?